Марфе. Спасибо Дедушке Морозу. У поэта Леонида Дербенева есть такие прекрасные строки. Есть на земле высокое искусство будить в народе дремлющие чувства, не требуя даров и предпочтения. Но это полностью относится... Так, а это кто к нам идет, как вы думаете? Моя родственница, кто это может быть? Правильно! Дедушка Мороз, правильно отгадал, дайте самому сообразительному. Вот-вот-вот, самый красивый мужчина сегодня. Это моя сестра Метель. Параллельно совмещает руководитель творческого объединения ССН Альфия Агеева. А вы почему не селитесь? Вы не боитесь меня разве? Я Метель, а не я Буран. Я Метель. Я Буран. Я Буран. Принял свои стены Евгении Александровне Носовой. Замечательному нашему руководителю. Спасибо. Дорогие друзья, очень рады видеть каждого из вас в стенах нашей библиотеки. Наверное, подобные встречи стали уже традицией для нас. Я огромное вам спасибо, что вы устраиваете такие замечательные праздники. Я считаю, что настолько у нас все как-то получается по-домашнему и уютно. И я очень рада, что те люди, которые к нам пришли один раз, приходят снова и снова. Наверное, в преддверии Нового года хочу
поздравить каждого из вас с наступающими праздниками, пожелать всем здоровья, любви, удачи, чтобы исполняли ваши заветные мечты. И добро пожаловать к нам в библиотеку.